Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие, я вас всех приветствую, меня зовут Ирсен, спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, девочки, мальчики, я все читаю. Давайте сегодня посмотрим тему раскладу, каких отношений в идеале хотел бы ваш партнер от вас, да? Партнер мужчина-женщина, не разные смотрят и мужчины, и женщины, поэтому я здесь не загадываю, именно будет ваш партнер, загаданный человек вами. Позиция будет одна, расклад будет общий, поэтому смотрите, если резонирует, значит смотрим дальше. Если не резонирует, к сожалению, не ваш расклад, переключайтесь на другие. Давайте посмотрим на данный момент, что у вас сейчас в отношениях, вашу сигнификацию, чтобы понимать, ваш расклад это или не ваш. Что на данный момент у вас сейчас в отношениях? Ну, у вас здесь карта колесницы, с большой вероятностью можно сказать, что вы здесь на расстоянии друг от друга. То есть сейчас вы не вместе. Есть какая-то переписка, какое-то общение у вас, да. Могу сказать, что здесь общение у вас не совсем стабильное, вот так бы я сказала, да, то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо, то есть как-то, знаете, скачками какое-то, вот такое вот общение. Здесь в чем это выражается? Спросила, здесь какая-то хитрость, да, в чем выражается? Хитрость, здесь кто-то из вас может хитрить, не договаривать, умалчивать о том, что очень много по девятке мечей, очень много переживаний, каких-то опасений, связанных именно как с дорогой, да. Здесь вы можете общаться, и человек вам не говорит о том, что переживает, а вдруг вы там не совсем верны ему, не совсем честны, а может у вас есть кто-то другой. Здесь вот такая ситуация, то есть здесь семерка мечей, именно как уточнила карту, да, по девятке мечей, это именно как переживания, страхи, опасения о том, что здесь могут быть какие-то хитрости, о том, что кто из вас это, кто из вас... Кто из вас? Ну, здесь с большой вероятностью карта мужчины. Да, здесь мужчина. Здесь мужчина, может быть, младше вас, может быть, не славянской внешности. Такой тоже может быть. И здесь, знаете, как страхи, опасения по поводу семьи. Если кто-то из вас здесь человек семейный, то здесь страхи, опасения именно о том, что может человек вернуться в семью. Да, может быть, он скрывает о том, что есть семья. Здесь именно вот такие вот переживания, потому что была какая-то ситуация, здесь кто-то вас предавал, что-то вскрылось у вас неприятное. Я не знаю, это новый человек или нет, здесь нет пояснения, какого-то нового это или нет, может быть, это какой-то партнер ваших из старых запасов какой-то ваш, да, и у вас опять началось здесь общение после какого-то периода тишины. Не буду уточнять, да, у каждого свое, свой партнер, но единственное, что здесь расстояние, вы сейчас не вместе. Вот. И здесь была в прошлом какая-то по десятке мечей очень болезненная ситуация. Кого-то предали, знаете, как поковырялись в грязном бельишке, всплыло грязное бельишко о том, что человек не свободен, о том, что человек женат, к примеру, да, либо замужем, о том, что человек скрывал, что вы... не одни в отношениях, да, поэтому здесь вот такая вот ситуация. И сейчас у кого-то из вас есть такие переживания по поводу того, что а вдруг это опять, да, вернется, а вдруг вот опять мне здесь лапши на уши навешаю, да, и опять я в этот же треугольник здесь войду. Либо у вас переживания по поводу того, если это мужчина, но я со стороны женщины говорю, да, если вы мужчина, переначите. Или опять у вас опасение, что мужчина, как вы опять начнете общаться с этим человеком, если это из старых запасов, вы начнете общаться с человеком, а он опять будет скрывать то, что у него семья, он там ничего не решил, и опять получится туда, от чего вы пришли, к тому вы, от чего вы ушли, к тому вы и придете. Вот здесь по поводу чего переживания. Но я не вижу о том, чтобы у вас здесь вы не общались. Сейчас есть общение какое-то с большой вероятностью. Могу сказать, что это больше как переписка идет по соцсетям. Там, не знаю, по Вайберу, по Телеграму, по Ватсапу, по Фейсбуку, Контакту. Я там не знаю, да, какие еще там есть соцсети. В общем... по скайпу, да, то есть здесь вот больше как общение такое неживое больше идет, вот. Поэтому если вот это ваша ситуация, если показали ваши отношения на расстоянии, прошу прощения, ваши переживания по поводу того, что здесь может быть у кого-то семья, может быть предательство какое-то, тогда это ваш расклад.
Здесь нестабильно, как-то вы очень переживаете. Хотя видите в этом человеке какой-то шанс. Шанс на, ну, может быть, на семью, на стабильные отношения. Здесь кто-то видит этот шанс, да, этот туз пентаклей. Ну, давайте посмотрим, каких отношений загаданный вами партнер от вас хочет, хотел бы. Ну, давайте, да, хочет в настоящем времени. Каких бы отношений, вот как он видит ваши отношения в идеале? Давайте посмотрим, ваш загаданный партнер, какие отношения видит в идеале ваши? В идеале он видит разрушение отношений на данный момент, потому что здесь какой-то выбор был, да, какая карта, опять-таки, неизвестности. Здесь, смотрите, давайте я так буду трактовать. Если это новое отношение, вы, к примеру, еще не виделись или там виделись, но это не из старых запасов ваш мужчина, тогда здесь он хочет разрушить вот это, вы знаете, может быть, вы ему говорили, что у вас вот в прошлом были очень болючие отношения, болезненные. И он хочет это разрушить, чтобы вы сделали выбор в его пользу. Ему этого очень хочется, вашему партнеру. Если это старый партнер, с которым произошла башня, да, то здесь карта говорит о том, что он понимает, да, из-за чего произошла эта башня, потому что не был сделан выбор, потому что были либо у вас тайные отношения, либо здесь отношения, когда вы в отношениях были не одни, было больше людей. В идеале он видит, понимает, понимаете, развитие ваших отношений. То есть здесь либо старый, либо новый. Здесь человек видит в идеале развитие ваших отношений. Здесь человек готов работать над вашими отношениями. У него есть к вам страсть. И вообще в идеале, вот как он видит ваши отношения, десятка кубков. То есть это какие-то стабильные отношения. Да, можно заканчивать гадание. Можно заканчивать гадание, десятка кубков. Все, в принципе, как он видит ваши отношения, видит семью, да, вот вы в одной лодке, в одной упряжке здесь, у вас тут детки бегают по полю, там дети, внуки, вы вот сидите вот здесь, болтаете ножками, у вас все хорошо. То есть отношения стабильные, отношения, когда люди друг друга одно целое доверяют друг другу, делятся своими проблемами, партнерские отношения, да, когда один помогает другому. Здесь человек видит, ему хочется, да, здесь этих вот таких вот стабильных очень отношений. Он о нем, да, вот он даже как-то мечтает в перспективу, да, на перспективу видит такие вот отношения. Но опять-таки, да, здесь мужчина вышел вот сейчас, на данный момент мужчина, он заинтересован в вас, ему вы очень сильно нравитесь физически. Если он вас видел, да, ему хочется вот этой близости. Если он еще вас не видел, да, то ему очень хочется просто дотронуться, вас поддержать. А какая вы на самом деле? А такая ли вы, вот какая на фотографиях? Очень, да, каждую морщиночку рассмотреть хочется, ножки ваши потрогать хочется, ручку вашу подержать хочется. Поэтому здесь, да, вот если это новое, опять-таки, повторю, знакомство, то он хочет разрушить какой-то вот у вас выбор, какое-то переживание по поводу того, что было в прошлом, да, что вот какая-то башня произошла, какие-то вот такие болезненные отношения были, да, вот вы, может, ему рассказывали о том, что здесь тайны какие-то были. И он хочет это все как бы вот убрать, да, какие-то переживания у вас убрать, потому что человек, как вас видит, он видит вас королевой жезлов. Вот вы в его глазах королева жезлов. Вы такая вся, как огонь, кипите, харизматичная, да. Вы за словом в карман не полезете. Вы можете быть там прямолинейной по этой карте. Вас за глаза могут называть стервой. У вас кипит жизнь, да. Вы такая вот прям не сидите, да, на попе ровно. Ищите себе приключения на пятую точку. У вас есть, может быть, здесь котик черненький, а может быть и не черненький, любой другой котик у вас здесь есть. У вас вот, видите, да, вот у вас очень сильная энергетика здесь. Вот у вас в ладонях прям вот, да, вот все из нее хлещет здесь, из этих ладоней. То есть вы такой генератор идей, вы можете иметь что-то свое, там, к примеру, как в России это правильно называется, не помню, ИП, по-моему, да?
Вот. Либо вы работаете, если вы работаете под руководством кого-то, да, все равно к вам прислушиваются в коллективе. Почему? Потому что вы вот такой, да, генератор идей, вы лидер по жизни, вы можете зажечь толпу, привлечь внимание, вы можете работать в режиме многозадачности, к примеру, даже дома, там вы можете, там, не знаю, ногой решать примеры с внуком, с сыном готовить ужин, там, не знаю, при всем при этом болтать с подругой, решать кроссворды, там, и стирать, и убирать, и все вместе. То есть вы такая, знаете, вот как паучок, у вас 8 лапок, то есть вы везде и всюду. Поэтому вот и он видит вас такой же, да, что вы очень ресурсный человек, обладаете, у вас очень вкусная энергетика, энергия ваша, вот. Поэтому в перспективе он бы хотел, а он, знаете, он полная противоположность здесь вам. Он сейчас в энергиях короля пентаклевого, это такой вот стабильный, целеустремленный такой вот, знаете, шалтай-болтай, то есть 10 раз не шалтай-болтай не в плане того, что он такой легкости хочет, а то, что он 10 раз подумает, да, подумает, потом отрежет. То есть вот так, да, как неваляшка, покачается, решать будет, а потом только отрежет. Вот. Здесь вы знаете, как полные противоположности с мужчиной. То есть вы где-то вот кипите, да, с шашкой летите, да, а потом только думаете, вы можете вот так что-нибудь высказать, либо вас что-нибудь там вас не устроит, и вы там наговорите с три короба гадости, а потом отойдете и думаете, боже, что же я наделала. А мужчина, вот он, знаете, у вас полная противоположность. Вы как инь и янь здесь сошлись, знаете, вот он будет как-то вас заземлять, да, такой он более терпеливый. Если вы не очень терпеливый, он на данный момент, вот король Пентакли, он такой терпеливый очень. Вы с ним будете чувствовать себя как за каменной стеной. Но, опять-таки, здесь, понимаете, король Пентакли, туз жезлов, у него есть этот внутренний огонь. Он не нудятина, да, по тузу жезлов. Здесь нудятины быть невозможно. Поэтому здесь вот мужчина такой вот сейчас на данный момент вышел. И он видит в перспективе по десятке кубков, ну, стабильные какие-то длительные отношения. Видит вас шанс на эти отношения. Что он еще здесь видит? Какие еще бы он хотел бы от вас отношения? Но он понимает, да, здесь человек понимает, он, опять-таки, здесь четверка жезлов, понимаете, совместный дом ему бы хотелось, но он не спешит здесь, не спешит, у кого это было здесь, он понимает, что у вас была здесь девятка мечей, понимаете, опять, что вы переживаете, что вот эти вот мысли, смотрите, они здесь крутятся у вас, эти вороны над вами, что у вас, вы не готовы сейчас в омут с головой, он это видит, что вы, знаете, вот обожглись, на молоке когда-то, да, была какая-то ситуация у вас в жизни, когда вам сделали больно. И здесь он видит вас в перспективу, но он по умеренности, он понимает, что спешить на данный момент не имеет смысла. То есть, если он будет давить, как-то пытаться вас прогнуть и так далее, и тому подобное, вы здесь как бы, ну, уйдете, да, не захотите, потому что здесь человек понимает, для того, чтобы добиться четверки жезлов, десятки кубков, ему надо по умеренности быть. То есть, маленькими шажками узнавать друг друга, ваши переживания как-то гасить, да, там, не знаю, может быть, вы там ему не доверяете сейчас, да, и он понимает, что вот спешить с вами в данный, вот на данный момент, на момент просмотра этого видео не надо. Надо по чуть-чуть, маленькими шажками идти к достижению цели, да, потому что я спросила именно, чьи по девятке мечей переживания, ну, королева кубков, это женщина, да, это ваши переживания, поэтому и он здесь, да, он понимает, что вот чуть по чуть-чуть, шаг за шагом здесь будем идти к этой цели, здесь человек готов идти, он видит вас, я говорю, этот шанс, я говорю, уже можно заканчивать гадание, десятка кубков сразу вышла. А почему он здесь по карте умеренности, да, он видит это, то есть, может, вы ему транслируете это, вы ему рассказывали, а может быть, это мужчина из старых запасов, как я говорю, да, и он понимает, что он вам вот эту десятку мечей сделал, вот эти крылья вам обрубил, да, и теперь вы как бы не готовы больше, да, в омут с головой, вы не готовы ему верить, вы ему не доверяете, и поэтому он здесь готов, да, маленькими шажками как-то доказывать свою там любовь, свою привязанность, то, что человек здесь вам изменился, в том, что десятки
мечей уже не будет. Но это если старый, да, если это новый, опять-таки, он понимает, что кто-то вам здесь крылышки обрубил, вот, вы сели на метлу, как говорится, и все. Он понимает, понимаете, вот он посеял эти зернышки и вот ждет, пока росточек вот даст росточек, эти корни, когда вот это дерево вырастет. То есть здесь человек, он понимает, для того, чтобы были крепкие отношения, да, надо немножко подождать, надо вырастить эти отношения, чтобы они созрели, дозрели здесь. Здесь человек это понимает. Здесь человек очень рассудительный. Да, и он даже готов как-то материально как-то по шестерке пентаклей оказывать вам помощь, вкладываться в отношения. Здесь человек тоже готов. Ну, вот на данный момент, да, человек готов это делать. Не только материально, но и время свое тратить на вас. Человек готов оказывать вам помощь какую-то, совет какой-то давать, если вы его попросите. Здесь он карта помощи, да, вот он готов это, и ему хочется это делать. Но опять, смотрите, десятка пентаклей идет. Он видит вас, семью, видит стабильные отношения, видит общий дом. Здесь, опять-таки, говорю, все, заканчиваем гадание, он здесь все видит. Причем, понимаете, он очень двойственный с вами. Вот он может показывать, что где-то он быть королем пентакливым, да, а где-то вот у него прям горит, кипит, то есть такой вот он, как король жезлов идет, да, такой вот он неординарная очень личность, очень интересный характер у вашего загаданного партнера, у вашего загаданного мужчины. Вот. Видят вас стабильные женщины. Опять-таки, четверка пентаклей, карта стабильности, что вы вот бережете свой кошелечек, свое сердце здесь бережете, пока закрыто на замочек все у вас. Вот. Не готовы вы ничего открывать, да. Поэтому здесь вот закрыли сердце на замок, закрыли денежки на замок, и вообще все, мой кошель, меня не трогайте, да, вы как жемчужина в свою раковинку ушли, и все, не хочу, не трогайте меня, я боюсь пока, не готова, да. И вот он готов потихонечку, по умеренности, маленькими шажками идти вот этот вот замочек открывать. Вот здесь вот такая вот ситуация. Да, он хочет уйти от прошлого, от каких-то иллюзий. Здесь человек хочет стабильности. Он, если это старый, опять-таки, старый мужчина, старый ваш партнер, с которым у вас уже были отношения, не старый по возрасту, то вы мне сейчас начнете писать. Здесь он хочет возрождения, да, он видит вас это возрождение. Если это, опять-таки, новый мужчина, он хочет, как чтобы вы вот возродились, да, опять поверили в чувства, поверили в любовь, о том, что есть другие мужчины, другие партнеры, не только тот, который вам здесь крылья вот отрезал, да, что вы вот такая вся бедная, у меня несчастная. Здесь он хочет, как, чтобы вы как птица феникс из пепла возродились. Вот, чтобы вы стали такая, вы знаете, нашли свой путь здесь, да, умиротворение, чтобы вы женственной стали, такая вот вся чуткая, нежная, внимательная, ласковая, чтобы вы вернули себе себя. Здесь он хочет, да. Потому что он видит вас, да, вот вы как целый мир для него, он видит в вас цель жизни, он видит, что вы наполненные, что вы сия, у вас есть внутренний свет, если сейчас вы его не показываете, это не значит, что его нету, да, вот он есть. Да, что вы вот, что вы можете быть, вы очень многогранные, он видит вас очень многогранной личностью. Вот я говорю, как целый мир в вас заключен. Вы можете быть и королевой жезлов, да, такая вся вот горю-киплю, то вы, знаете, можете вот отстраняться, то вы можете быть ласковой, то есть такая, вы знаете, для него, он вас раскусить понять не может, вы не такая какая-то, как все для него, то есть вы такая очень многогранная личность, и он видит вас такой очень многогранной личностью, но с подбитым крылом, да, с подбитым крылом. Вот, что вы можете и денежки заработать, и семью содержать, и дом у вас уютно и комфортно как-то, что вы такая, да, где-то вы можете кипеть, гореть, а где-то очень практичная быть. Вот, каких он от вас отношений хочет? Ну, хочет стать вашим императором. Но здесь опять-таки хочет стать вашим императором, императором вашего сердца он хочет стать. Но очень много опять колебаний с вашей стороны идет. Если опять вы на расстоянии, ему хочется очень приехать, карта колесницы, хочется увидеть вас, хочется живого именно общения, не хватает ему вот этого живого общения.
Вот, но шанс, да, на семью, здесь аж две карты семьи, на помощь здесь есть. Поэтому я даже не знаю, что здесь больше смотреть, наверное, на этом мы с вами и закончим. Такой вот мини-раскладец получился, но очень содержательный. Да, здесь вот так вот, поэтому он хочет здесь отношений, хочет приехать к вам. Не хочет никаких лишних лиц в ваших отношениях, чтобы были, даже если они есть там, да. Да, вы для него, понимаете, вы здесь звезда. Вот кто вы для него? Вы здесь для него звезда, опять-таки, да. Хочет вас как-то вот поймать. Она здесь держит вот за веревочку, да, эту звезду. Ему вот тоже хочется поймать вас, эту веревочку как-то, словить эту звезду. Вот она моя, такая красивая, такая вся далекая, холодная. Но вот мне очень хочется ею обладать. Вот так вот. Вот такой вот замечательный расклад получился. Девочки, я вас всех люблю, всех целую. До новых встреч.